Всем привет, дорогие друзья! Ну что, ребята, сегодня у нас на обзоре будет новый онлайн-хоррор на Android под названием Horror Field, либо же, ребята, Оно. Я не знаю, ребята, работает здесь онлайн или нет, но потому что я сюда захожу, ребята, без интернета и свободно играю. Но я думаю, что если вы зайдете с интернетом, то здесь будут, в принципе, ребята, реальные игроки. Ну что, игра очень крутая в жанре хоррора, я вам, ребята, уже недавно говорил, но сейчас мы, ребята, порубимся. Сперва мы выбираем, в принципе, за кого мы будем играть. Мы можем, ребята, играть за маньяка, либо же, ребята, за жертву. Ну, понятно, маньяк будет искать его и уничтожать. А жертва должна, ребята, сделать все возможное, чтобы спрятаться от маньяка. Ну что, ребята, я думаю, давайте поиграем за маньяка. Будем сейчас уничтожать их, кто будет прятаться. И эта, ребята, игра сделана немножечко в стиле игры WASD. Возможно, я ошибаюсь, но это практически так, ребята. Так, здесь, типа, мы выбираем персонажа, у меня вот этот получается, здесь мы также можем ему прикидон всякий делать, учать его. Ну, я, ребята, нажимаю начать игру. А, как видите, здесь написано игроков в очереди, типа, как бы по интернету, но я, ребята, реально захожу без интернета сейчас и играю как бы с ботами. И знаете, что это интересно? В такие, ребята, хорроры я еще не играл, и тем более в таком стиле, типа, WASD. Это вообще, ребята, круто. Ну, эта игра недоступна в моей стране, так что я ее скачал не из маркета, а из других, в принципе, ресурсов, так сказать, и очень печально. И все же я очень рад, что я ее нашел и скачал, и поиграл, и очень рад, что сейчас я показываю, ребята, вам эту крутую игру, потому что я знаю, что вам она тоже понравится. Ну что, ребята, вот один получается, как его, чувачок, жертва наша, да, которая убегает, мы можем увидеть ее следы, и бежим, ребята, за ним, сейчас мы будем, ребята, бензопилой резать его. Так, а куда он забежал, ребята, кто видел? Так, ты не мог сюда убежать, так, ты куда убежал? Также, ребята, здесь генераторы везде, я только не понял еще для чего они. Вот, смотрите, ребята, Брэндон чинит генератор. Ну что, скорее ломаем дверь, нажимаем на этот сапог, короче, и ломаем дверь. Поскорее, ребята, поскорее, нам нужно кого-нибудь убить. Так, здесь опять дверь, ё-моё. А чё, бензопилу заведи нахрен, распили и все. Так, ребята, здесь также нет, в принципе, кнопок, как бы, типа, удар, либо что-то еще. Он все делает автоматически. Это очень, ребята, круто. Поэтому мы управляем только самим маньяком и все. Так, кто-то там, ребята, кричит. Ну, блин, опять туда бежать надо. Ё-моё, вы достали меня. Так, они от страха, ребята, кричат. Ё-моё. Я, как бы, понял, ребята, цель жертвы, как бы... Вот. Надо их собрать, генераторы, либо их починить, ребята. Ну, смотрите, я, короче, одну задел, ранил. Надо ее догнать, ребята, и добить скорее. Скорее, вот она течет, типа, крови, но мы ее, ребята, добиваем. И убили, да, ребята, ее убили, и все. Вот такие вот, в принципе, дела. Вот еще один, да, здесь кто-то? Или что, или мне показалось, ребята, или что, это баг был, или что? Ну, там кто-то был. Ладно, неважно, короче, побежали. Дальше. Так, эти у нас, короче, какие-то предметы, аптечка и какой-то документ. Это, я думаю, что только для игроков жертв. Да, ну, точно не для маньяков. Вот такие вот, ребята, в принципе, дела. Игрушка очень крутая, да? Вообще обалденно. Мне понравилось, если честно. В такой я еще практически не играл. Играл, да, хоррор от первого лица и все прочее. Но в такой вот, ребята, хоррор, где... Мы реально играем точно вот за определенного персонажа, да, и делаем свою определенную, ребята, задачу. Это очень круто, ребята. И ссылка, конечно, будет в описании, получается, через облако, вдруг у кого тоже она недоступна в стране. И ссылка, ребята, через маркет, вдруг у вас доступна, ребята, в стране, поэтому скачивайте. Ну, на этом, ребята, все, и всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, пока!